Дружеский обед в честь Дня Победы. Участники общественного совета микрорайона «Политехнический» поздравили ветеранов с наступающим праздником. Общественные советы созданы в каждом микрорайоне Самары. В них входят председатели многоквартирных домов, ТОСов, представители частных и бюджетных организаций. Такие структуры позволяют власти оперативнее узнавать, какие проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов. Встречи с представителями общественного совета в микрорайоне будут проходить постоянно. Общественники будут собирать инициативы и обращения граждан, вырабатывать рекомендации и предложения для властей, в том числе касательно поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. А такие неформальные встречи станут доброй традицией. У нас в районе очень организованная ветеранская организация, причем это и Совет ветеранов завода имени Масленникова, это и Совет ветеранов 4-го ГПЗ. У меня, например, мама ветеран ЦСКБ «Прогресс», и только за последнюю неделю они встречались и в самом ЦСКБ, и в музее «Ракета», и по месту жительства. То есть общаются, встречаются достаточно часто. А о чем будут разговаривать? О жизни. О чем можно разговаривать? О детях, о внуках, о правнуках.